Сейчас то стестас. Когда калба Девас, ты имеешь в виду ми, мано миндис, мано норы, мано тикслы, мано свойонес, и когда кунас. Мы чаще всего люди слушают куно. Это поваргать, помегать, нужно себя милеть, алкоголь, табак, наркотики, полсис, полсис, телевизор, сериалы. Это кунас. Но если вы слушаете внутренней энергии, если вы слушаете Дева себе, который говорит, эйк, дарик, бег кросса, спорток, susipažink, keliauk, važiuok, investuok, daryk, rizikuok. Jūs pasieksite aukštumų. Trumpai tiek, bet patikėkite, tai yra labai, labai galinga tema ir tai labai pakeistų jūsų gyvenimą, jeigu jūs pradėtumėte taip taikyti savo.